and we're totally psyched. There were no V-Stars, Supergirls from the stars. Nobody knows. I think Earth is going to be even cooler than we thought. С вами канал Cam & Alex, и это видеообзор куклы Novi Stars My Italic. Вот к нам пришла сегодня эта красивая кукла в такой пластиковой коробочки с наклейками из картонки. И мы можем посмотреть, что сверху идет вот корона зеленого цвета. Также к ней прилагается карточка на одной стороне изображения Арирома с короной. Написано, что это корона для тебя. И здесь краткое описание про Майя. Здесь надпись «Майя Талик» на желтом фоне. Novi Stars с этой стороны. Здесь изображение самой Майи. Вот. Такая, наверное, как в мультике. И внизу написано «Я разговариваю». А здесь вот есть дырочка. Написано «Нажми мое ушко». И сейчас мы это сделаем. Коробка убирает. Еще раз можно нажать. Я думаю, все поняли, что она сказала на своем таком робото-языке, но, в принципе, вроде бы с английскими словами. Некоторые слова можно разобрать, некоторые нет. Это как по мне. Переворачиваем коробочку, видим, она такая переливающаяся. Вот, изображение My Italic, краткое описание про нее. Внизу изображение тех кукол, которые идут в этой серии. Арирома, Универс, Алиэлектрик. Написано, что я могу говорить. Вот. Также нарисована подставка и сказано, что она идет в комплекте. Теперь давайте прочитаем про нее. Значит, мы Novi Stars, мы прилетели, мы здесь на Земле попробовать новые вещи, обновить ваш модные тренды и также завести новых друзей. Мы не можем понять, что же происходит здесь на Земле. Возраст 3,7 миллионов лет. Миссия стать самой большой поп-звездой. Космическая причуда. Я болтливый робот. Характер. Болтливая и немного маленькая такая, неуклюжая. Питомец. 8 бит. Вот такой вот питомец. Стиль. Значит, такой электрический, сияющий, металлический. Любимая еда. Все, что завернуто в фольгу. Любимое занятие. Миксовать музыку, как диджей. Что я хочу выучить, это как остановить эти ролики. Все это так непонятно на Земле. Мои друзья зовут меня Мисс Бут. Я не понимаю пляжи. Кто хочет песок и смешивать песок и соль на скорости? Ну, в общем, такое вот краткое описание про самую Майю. Также посмотрим, вот она прикреплена к коробочке. Правее от нее идет ее питомец. Hello, I am 8-bit. Также написано Stand Glow in the Dark, что означает, что светится в темноте, флуоресцентная, из фосфора. И iTalk. Сейчас мы ее распакуем. Вот мы ее распаковали. Вы даже себе представить не можете, сколько на ней было разных ниточек, лесок, разных резиночек. Столько, как будто ее хотели украсть. В общем, так было привязано. Значит, интересная кукла, интересный питомец. Вот мы достали карточку, корону. Давайте посмотрим,
на питомца. Значит, он весь фиолетового цвета. Вот. Мне он напоминает медвежонка. Вот у него такие интересные ушки. Значит, выделяется там красное, потом черное. Вот такой вот носик у него на серебристом фоне. Над носиком идут вот такие вот голубенькие кружочки. Щечки розовенькие такие, ну, красненькие такие. Вот. Головка крутится у него в разные стороны, это видно. Сзади давайте его посмотрим. Ну, тоже какие-то такие кружочки. Вот хвостик такой интересный. В руках у него какая-то баночка. Вот. Или, а нет, это сумочка, видите, розовая, простите, голубая вот такая вот идет шлейка через всю. Тут он типа мохнатый такой. В общем, интересный такой медвежонок. Ну, его зовут 8 бит. Теперь перейдем к собой Май. Значит, на самом деле у Май парик. Сейчас мы его снимем. Ну, для начала посмотрим волосы. Для многих она интересна без парика, но мне она больше нравится в парике. О, вот ниточка. Видите? Еще осталось. Значит, на голове у нее парик из голубых длинных волос. Они очень длинные, прям волочатся. Завязаны два хвостика и такие они закрученные. Качество волос очень хорошее. Вот. Значит, завязаны они. О, еще резиночка. Значит, завязаны они самими волосами. Ой, Майя упала. На самом деле у нее очень тяжелая голова, благодаря тому, что она говорит. В общем, вот завязаны своими волосами эти прядки резиночками завязаны. Также собраны спереди прядки и завязаны сзади хвостик. Теперь давайте посмотрим. Значит, они, в принципе, прямые. Так, я ее просто посажу. Голова тяжелая, поэтому она, если ее трогать, падает. Значит, вот у нее рожки в виде таких бантиков. Теперь снимем парик. Не знаю, понравится она вам или нет без парика. Ну, скажем так, интересная. Настоящие инопланетяне. Вот Майя без парика. Значит, голова такая инопланетянская, скажем так. Тут у нее сердечки такие. Ушки. Вот ушко, которое, если нажать, говорит. Это ушко не нажимается. Сзади видно, как менять батарейки. Вот динамики здесь. А теперь посмотрим на ее лицо. Значит, у нее она темно-фиолетовая, вся покрыта глиттером. Ну, такая она, с блесточками получается. Также у нее вот бровки такие вот кружочками. Видим глазки. В глазах мы видим череп. Да, именно череп с костями. Длинные красивые ресницы и губки нежно-розовые. Дальше смотрим на то, как она одета. Значит, здесь она как робот, сердечко нарисовано, такое выбитое. В общем, выбиты разные такие интересные. Опять резиночка. Полосы, как у робота. Вот, 4 пальца на ручках у нее. На ней просто одета вот такая вот юбочка в клеточку черно-белую и с таким вот атласным бантиком розовым в голубой горошек. Ножки у нее, как вы видите, идут шарнирные, как и ручки. Вот, юбочка легко снимается. Но на ножках у нее получаются ролики. Ножки переходят в ролики. Вот. Они не снимаются. Вот на ножке у этой куколки была вот такая вот бирочка. Вот. Я ее специально не сняла, чтобы вы видели, что именно к этой кукле идет. Это только у Майи такая интересная бирочка. Вот такая вот интересная куколка. Вот она и на шпагат может сесть. Сейчас мы ее подопрем. И вот ее паричок. Но в парике она мне нравится больше. Не знаю, как вам. Так она настоящий инопланетянин. А так интересная, красивая девушка. Всем спасибо. С вами был канал Кэмэт Алекс. Всего доброго. Пока. Hello.
and we're totally psyched. Yeah, we know we stars, supergirls from the stars. No, we know we stars. What on earth is going on? Oh, no, we stars. No, we stars. Incredible, unforgettable, here on Earth from the stars. Extraterrestrial sparkles shine. Hey, girls, it's no return. I think Earth is gonna be even cooler than we thought. Spot.